Приветствую, дорогие женщины, на моем канале. Давайте посмотрим, сделаем расклад. Развитие отношений с загаданным мужчиной. Выбирайте колоду, на которую вы хотели бы посмотреть. Буду доставать по 5 карт. Загадайте, подумайте о мужчине. И начинаем. Развитие отношений. Будущее с загаданным мужчиной. Так, смотрим на Таро волшебницы, да, кто загадал. Ну, смотрите, ждет какой-то прям праздник вас. Возможно, мужчина куда-то вас пригласит, где-то будете отдыхать, где-то проводить время. Карта влюбленный. И сам мужчина, король Пентакли, мужчина, знаете, как самодостаточный, уверенный в себе. Я не вижу здесь плохих, развития плохих событий. Мужчина, смотрите, колесо фортуны, мужчина как по судьбе вам. Ваши отношения, они как бы стремительно начались. Возможно, вы познакомились на празднике. И по колесу судьбы как бы закрутится в очень как бы такой тесный-тесный клубок. Вы знаете, вы как долго ждали вот этого мужчину в своей жизни. Мечтали о новых отношениях, вы встаете на новый путь. И у вас, знаете, как бы даже финансовое положение, вот пентакливый король, даже как-то поможет вам мужчина этот материально. Ну, по крайней мере, с ним вы встанете на новый путь в материальном плане. Какая-то крепкая такая, знаете, крепкое плечо, крепкая опора. Мужчина очень решительный. Знаете, это мужчина, который не позволит с собой вот так вот руководить. Возможно, были... Знаете, как показывает еще, что, возможно, до него у вас были еще отношения, которые были разрушены, и у вас было разбито сердце. Вы этого никак не ожидали. И вот вы сейчас встретили новую любовь. Да, смотрите, ваш дом, праздник, десятка кубков. Действительно, тут крепкий союз, крепкие отношения. Кто загадал вот эту колоду, Таро волшебницы, знаете, что в эти отношения не сулят вам ничего плохого. И развиваться будут как по судьбе, как дано вам судьбой, дано вам Богом, вот данный человек. Мужчина самодостаточный, и ваше положение, финансы ваши как-то улучшится, ну, какая-то помощь от него будет. Ну, вот такой был. Не первый вариант, да, первая колода. Ну, можно сказать, первый вариант. Давайте посмотрим, кто выбрал второе, колдовское Таро. И будем смотреть будущее ваших отношений с мужчиной. Луна, да, есть какие-то скрытые вещи в ваших отношениях. Что-то мужчина здесь скрывает. Верховная жрица. Прямо, знаете, здесь могу сказать, либо он скрывает женщину, либо мужчина женат. Возможно, так. Здесь идет обман, семерка мечей. Смотрите, и здесь, возможно, есть магия на мужчине. Вот, возможно, как-то так. Либо здесь сам мужчина скрывает женщину, обманывает вас. Либо здесь на мужчине, которого загадали, просто в прямом смысле магическое воздействие. Вот, знаете, так вот, если смотреть, то ну, просто много, да, смотрит, и поэтому это не личный расклад, и поэтому я тут не могу сказать уверенно. Двоякая ситуация. Вы знаете, вот эти отношения, будущие эти отношения не приведут, не могу сказать, ни к чему хорошему. Смотрите, идет карта разрушения, карта подвешенного состояния, карта
обмана, предательства, карта смерти. Знаете, никак закончится, не начавшись. Вот смотрите, здесь очень такое, очень сложное. Либо здесь как бы соперница, либо жена здесь. Я не знаю, возможно, вы как бы в роли любовницы. Ну, знаете, вы как выйдете победителем здесь. Возможно, но вам, чтобы вот здесь пройти, это очень-очень долгий-долгий путь. Вам придется от многого здесь отбиваться, через многое пройти с этим мужчиной, чтобы стать победителем, чтобы, знаете, вот встать на ровную полосу отношений с ним. Знаете, да, мужчина. Возможно, каждый из вас, кто выбрал второй вариант, и будет проходить этот путь и обретет свое счастье с этим мужчиной и одержит победу над той темнотой, которая, да, вокруг вас. Возможно, кто-то борется за этого мужчину. Возможно, это соперница. Могу сказать так, еще, знаете, здесь может быть бывшая. То есть не то, что мужчина женат или... Здесь, возможно, бывшая женщина борется с мужчину всеми неправильными, нечестными путями с вами. И вы здесь как завершите это все и одержите победу. И будете на коне, и будете счастливы с мужчиной рядом. Возможно, здесь и так. Ну, смотрите, опять выходит вот карта дьявола и девятка мечей. Все равно у вас в отношениях, ну, вы сильные. Я говорю, вы пройдете. Вот здесь все не так просто. В отношениях расклад общий, поэтому я не могу сказать. Здесь пройдете огонь, воду и трубы с этим мужчиной. Карта борьбы и все-таки одержание победы. И магически здесь воздействие придется вам столкнуться. Но вы человек сильный, вы, знаете, через эту боль пройдете. Будете как бороться за свое счастье. Да, вот второй расклад, второй вариант посложнее. Готовьтесь к испытаниям, готовьтесь пройти какой-то трудный путь. Но закончится все успехом для вас и вашей силой. Если есть соперница, которая действительно хочет, знаете, это магическое воздействие, помогайте своему мужчине, боритесь за него, действительно отстаивайте. Потому что вы можете быть еще с ним счастливы, и победа будет на вашей стороне, и сила. Ну, вот такой был расклад. По второму варианту. Смотрите, с кем резонирует, с кем нет. Пишите. Всего вам доброго. До следующих видео.